начал бы с того, что сказал, что стандартный комплекс в развитии территорий, который мы разрабатывали совместно с Минстроем, и вообще комфортное жилье, это та история, где интересы и государства, и бизнеса, и граждан совпадают. Все заинтересованы, чтобы жилье было комфортно. Мы сегодня 117 жилищно-строительных кооперативов реализуем на федеральных земельных участках. Мы хотим тиражировать эту программу, потому что видим результаты, что жилье получается для членов ЖСК дешевле от 30 до 50%. Мы хотим обсудить с правительством в рамках действующего постановления правительства о том, чтобы расширить категорию граждан для членов жилищно-строительного кооператива и дать возможность большим количеству граждан получить это право. На текущий момент сумма заключенных кредитных договоров уже превысила 630 миллиардов рублей, а сумма одобренных лимитов 829 миллиардов. Соответственно, принято положительное решение о кредитовании 177 застройщиков 33 регионов Российской Федерации, и география нашего бизнес-присутствия постоянно расширяется. Здесь там, сама система ипотеки, вот, которая зародилась у нас 20 лет назад, была выстроена таким образом, чтобы люди могли получить доступ к длинному кредиту по фиксированной ставке, чтобы их нагрузка она, там, не могла варьироваться, чтобы она была устойчивой. Вот. И сейчас мы действительно приходим в такое вот равновесие, которое начинает быть комфортным для ипотечного заемщика. Республика Башкортостан входит в десятку крупнейших регионов и находится на 5-м месте по объему жилищного строительства и на 10-м месте среди всех регионов Российской Федерации по объему строительства на душу населения. 201 аукцион был проведен в Приволжском федеральном округе. Ну, если перевести в гектары, это чуть менее 2 миллионов гектар, по сути, за 12 лет. 45 лотов готовятся к публикации, какие-то уже опубликованы. Это 390 гектар, 58 тысяч квадратных метров с градопотенциалом, 2 миллиона 830 тысяч квадратных метров жилья. Пандемия коронавируса и вызванный ей кризис привел к тому, что многие компании отчасти закрыли какие-то свои образовательные мероприятия или в какой-то мере остановили подбор именно весной. Мы, как Дом РФ, оперативно отреагировали на этот запрос и получили огромный отклик со стороны молодежной аудитории.